Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по рублевому майнеру WebCoin. Регистрация и активация здесь через социальную сеть. Я регистрировалась, активировалась через Facebook. Значит, работать здесь можно без вложений, но вывести нам здесь не дадут без вложений. Нужно пополнить баланс. Минимум здесь, я говорила в прошлом видео, пополнение 30 рублей минимальное. Значит, у меня на балансе 31 рубль. Я сюда закидывала вроде 50 рублей. Уже не помню. Вот. И у меня увеличена скорость. Вот 143 монеты прибыль за день. Через 3 часа, ну почти через 4 часа у меня майнинг остановится. Опять появится вкладочка «Запустить майнинг». Я нажму, и у меня опять будет майниться монетка. Значит, сейчас вот у меня 119 монет. Я обменять на рубли 31,78. Обмен. 32,97. Можно увеличивать скорость с этого баланса, увеличить скорость. Вот. Ну, я же буду, друзья, выводить видео просто по выводу. Заказать выплату. Платежные реквизиты. Я на Payeer. Так, вводим номер кошелька, надо ввести. Вот здесь пополнение, люди. Опять пополнение. Ну, кто сколько может. Так. 32 рубля. Минимум на вывод 2 рубля. Так. Заказать выплату. А я что здесь? Выводила 2 рубля уже. Так. Выплачено. Угу. А пойдем сейчас на почту. Раз выплачено. Вот. У меня обновилась почта. И сейчас посмотрим Payeer. Угу. И, пожалуйста, 31.08, 0 минут назад. Комментария нету. Платит инстантом. Все замечательно. Ну, здесь вот вкладочка «Увеличить бонус». Вот. Как я сказала, здесь минимум, если... Вот минимальная сумма 30 рублей написано. Так, задания есть какие-то здесь. Перейти к выполнению. Ну, заказать выплату. Здесь у нас вкладочка «Партнерская программа». История операций. Вот здесь мои все, что я вот собирала. Обмен. Это реферальное начисление, обмен, обмен, обмен. Я здесь все, обмен, обмен. Вот. И заказ выплаты. Так, история операций. Служба поддержки, вопрос-ответ. И выход. Так, ваш бонус. Опущу сейчас чуть ниже. Вот, Елена Смирнова, 32. Здесь как бы все в реальном времени. И последние выплаты идут. И последняя регистрация. Платит инстантом. Кому интересно, пользуйтесь. Интересно, проходим мимо. Как я сказала, без вложений здесь вывести не дадут. До новых встреч!